Фильмы на бобинах можно увидеть только здесь, в кинотеатре «Октябрь». Люди издания сохраняют особую романтику, создают портал в другую эпоху. Однако старое помещение нуждается в ремонте, поэтому в этом году стартовал проект «Октябрь. Перезагрузка». Его предложили рязанские энтузиасты, а доработали опытные архитекторы. Что самое главное вот в этом проекте, это то, что проект предлагает, в общем-то, уже все существующее взять за основу. Он даже чисто внешне предлагает сохранить вот эту архитектурную особенность. Она называется «Постсоветский конструктивизм». Поэтому вот здесь глобальных каких-то перестроек, сноса колонн, расширения пространства ничего не предусмотрено. Мы меняем цветовую гамму фойе. Гостей встречают новые кассы, готовятся к открытию обновленный гардероб. Сейчас он на стадии реконструкции. 27 августа, в День российского кино, заработает кинокафе, которое было утеряно уже более 10 лет. Закуплена мебель, будут созданы три арт-зоны. Слева расположится композиция в стиле черно-белого кино эпохи Чарли Чаплина. На входе будет встречать надпись «Я люблю октябрь», а огромную стену украсит коллаж из постеров детских и взрослых, советских и современных фильмов. Мы рады, что в сознании поменялось отношение к октябрю, но все-таки это требует значительных финансовых вложений в октябрь для того, чтобы сделать действительно досуговый современный центр. Преображение затронуло и два хореографических класса. Их освежили, расписали стены и сделали стеллажи для костюмов. Ведь здесь занимается детский танцевальный коллектив «Акварель». Юные девушки уже завоевали не один десяток наград на всероссийских и международных конкурсах. Танцевальный зал, где проходят дискотеки и балы, тоже значительно преобразится. Мы расширяем там пространство, мы сейчас там ремонтируем паркетное покрытие, мы уберем вот эту огромную сцену, она была нужна в 90-е годы, сейчас уже не востребована, и, соответственно, мы поменяем вот стеновой декор. Появится и зона для многочисленных кубков и дипломов. На сегодняшний день в центре работают 20 кружков, но их число будет расширяться. Уже запущены новые проекты «Артстарт», где зрители увидели уже 6 концертов лучших рязанских исполнителей. В течение года гостей ждут на киноквесты и экскурсии в святая святых, аппаратную кинорежиссера. На базе кинотеатра заработает и детская киностудия. Мы хотим свою детскую киностудию здесь создать для того, чтобы иметь видеоархив своих собственных праздников, которые проходят в Октябрьском районе, и, возможно, городу это тоже будет полезно. В этом году для кинотеатра «Октябрь» сделали проектно-сметную документацию. Она обошлась в 300 тысяч рублей. Еще столько же потратили на сооружение летней веранды. Также до конца года здание освободится от лишних изношенных элементов. Принято решение о частичном демонтаже, как раз вот вы видите такой балкон, такой, знаете, надстройка, да, октября. То есть вот эти конструкции будут демонтированы. И появляется еще дополнительное пространство, и пространство будет такое, знаете, будет интересный вход в КДЦ «Октябрь», чтобы можно было это совмещать как с небольшой сценой. Однако не только деньгами можно измерить преображение кинотеатра. Стены, пол, потолок, штукатурить и красить берутся сами работники культурно-досугового центра. Все внебюджетное финансирование от билетов и кружков пошло на ремонт. Жители города также внесли свою лепту. Они помогли купить краску и регулярно приносят цветы. Значит, около миллиона и бюджетных, и внебюджетных средств, но я думаю, что их окончательную сумму озвучить очень сложно, потому что это проект не на час, не на день, не на год, а он такой поэтапный, дорогу осилит идущий, мы ступили на этот путь и будем двигаться в этом направлении, пока не достигнем своего финала. На 2018 год запланирован ремонт фасада и переделка подсобных помещений. Особым сюрпризом станет современный конференц-зал, но его проект держит в строжайшем секрете. Кинозал пока останется без изменений из-за сложностей с акустикой. Стоит отметить, что кинотеатр «Октябрь» не закрывается на ремонт. Он живет и ждет новых гостей.